Познакомиться с жизнью нашего университета пришли ученики областного лицея-интерната для одаренных детей, более известный как русско-турецкий лицей для мальчиков. И сегодня мы для них рассказываем и показываем о тех научных исследованиях, о тех возможностях, которые предоставляет Южноуральский государственный университет. Ученики лицея углубленно изучают турецкий и английский язык. Директор Института международного образования Людмила Шестакова рассказала школьникам о перспективах обучения в ЮРГУ. Так студенты могут пройти обучение в языковых школах Праги, Германии, Франции, отправиться на профессиональную стажировку в крупнейшие вузы Финляндии, Китая, Испании. Уже сейчас школьники могут участвовать в проектах института. Каждую неделю проходит заседание английского клуба, в котором у нас участвуют все и школьники, и те, кто уже давно закончил. Бесплатно, каждый четверг, пожалуйста, приходите. Накануне встречи школьники сами выбрали наиболее интересные для посещения площадки ЮРГУ. Разделившись на 4 группы, ученики посетили суперкомпьютер, лаборатории энергетического факультета, музей народов и технологий Южного Урала. Специально для ребят открыли доступ к экспозиции Центра ракетно-космической техники, обычно закрытую для посетителей. Будущие журналисты смогли познакомиться с работой студенческой телекомпании «ЮРГУ-ТВ». На экскурсии они увидели, где монтируются новостные сюжеты, как делать радиопрограммы и узнали особенности работы в редакции и на вещании. Понравилась экскурсия сегодняшняя. Очень удивился, что вот у нас «ЮРГУ-ТВ» такой действительно мощный телеканал, что действительно столько комнат всяких интересных, столько всего много нового узнал и... Вообще очень интересный телеканал. В лаборатории нанотехнологий школьники смогли детально рассмотреть и изучить четырехперчаточный бокс, а также увидеть микроскоп, который увеличивает изображение в миллион раз. Золото Сарматов, о котором много писали и говорили, как раз на нем исследовалось. У учеников областного лицея-интерната еще есть время, чтобы определиться с будущей профессией. Но уже сейчас они смогли увидеть, какие перспективы открывает для них Южноуральский госуниверситет. По спектру